Ранее мы уже рассказывали о ситуации с вывозом осадка с городских очистных сооружений. Грузовые автомобили, от которых исходит характерный неприятный запах, в течение дня выезжают за КПП и отправляются на песчаный карьер около границ города, где выбрасывают осадок с очистных прямо на территорию добычи песка. Наша съемочная группа выехала на место и выяснила, что осадок вывозит частная компания по договору с МУП «Горводоканал». Он необходим для создания плодородного слоя после рекультивации карьера. Для получения разъяснений мы отправили официальные запросы в Горводоканал и Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу. Согласно экологическому сертификату соответствия и паспорту качества, осадок относится к пятому классу опасности и может использоваться при биологической рекультивации нарушенных земель. В свою очередь, Росприроднадзор возбудил административное расследование, в рамках которого будут проведены контрольно-надзорные мероприятия. По их результатам, Росприроднадзор по ПФО даст оценку законности и безопасности этого вида деятельности. Канал 16 будет следить за развитием событий.